Всем добрый день, у нас очередная распаковочка. Распаковочка уже привычная для внешних объективов одной фирмы, а именно Pixel. Был у нас еще один объектив Ланзи аноморфный. Все желающие могут посмотреть на моем канале. В данном варианте куплена еще одна линза. У меня уже есть набор 5 в одном, где представлен ряд линз данного производителя. Там фишай, широкий угол, супер широкий угол. Дальше телефото, двукратное увеличение и макро, 10-кратное увеличение. В данном варианте пришел тоже вариант макро, но уже здесь 100 мм. В отличие от предыдущего случая, в том, что если в том варианте от снимаемого объекта должно быть где-то от линзы объектива до объекта 2-3 см, то тут снимаемый объект может находиться до 10 см от линзы. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Что из себя представляет упаковочка? Ну, уже стандартная для них упаковка. Единственное отличие только в линзах и в верхней и задней стороны оформления. Уже она стандартная и упаковка. Что у нас находится внутри? Внутри у нас находится, значит, во-первых, инструкция по эксплуатации, как обычно на английском и китайском языке, причем вот о которых линзах я говорил чуть ранее, здесь они предоставлены и можно увидеть непосредственно. Еще другие есть варианты, ну а у нас вот линза 100 мм. Есть чехол, сейчас они перешли на новый вариант. Дальше тряпка для протирки обычная. Внутри находится у нас клипса, только единственная клипса, она пластиковая, даже с фиксацией. И плюс еще в зависимости от того, где у вас располагается объектив смартфона, они вот именно перешли на пластиковую прищепку, чтобы удовлетворить большинство смартфонов. Есть, конечно, нестыковки, но их достаточно малое количество. Для этого, чтобы смотреть расположение камер, а сейчас камера располагается в разных вариантах, по центру, сбоку, несколько сбоку, несколько по центру и так далее. И внутри находится непосредственно сам объектив. Здесь тоже они отказались от силиконовых чехлов, вставляют вот в таком варианте. Если что, можно купить, конечно, и отдельно силиконовый чехол. И отдельно можно купить непосредственно сам универсальный зажим. Не этот пластиковый, а стандартный металлический. С двумя отверстиями под резьбу 17 мм. Эта резьба универсальная. Все производители делают под одну и ту же резьбу. Либо есть второй вариант. Это крепление C-mount. Вот такая вот линза. По сравнению с предыдущим вариантом, цена линзы здесь побольше. Ну, как вариант предварительное рассмотрение. Все это помещается непосредственно в этот чехол для того, чтобы переносить до мест съемки. Все удобно размещается для ваших нужд и целей. Давайте сейчас посмотрим, что из себя представляют фотографии, снятые при помощи данного объектива. Также давайте посмотрим видео, снятое непосредственно на этот объект.
Итак, кому нужен этот объектив, делать свой осознанный выбор о необходимости применения и использования данного объектива. Я свой осознанный выбор делал. Результаты предоставил вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.